Вы должны мне помочь. Вы можете, я знаю. Поэтому я вас жду здесь. Кто вы? Я дьявол. Вы напрасно меня ждете. Не говорите так. Вы должны мне помочь. Вы изгоняете, я знаю. Но я ничего такого в вас не чувствую. Не чувствуете? А вся моя жизнь подтверждает обратное. Сам себя боюсь. Я больше не могу так жить. У нас во дворе жил мальчишка. Он был дьявол. Творил, что хотел. Его все ненавидели и боялись. Больше других боялся и ненавидел я. В общем, я столкнул его в котлован. Он погиб. А дьявол вселился в меня. Возможно, вы просто удачливый подонок. Да. Наверное, вы правы. Держи свою железку.
Мне советовали тебя не брать. Сказали, что ты дикий. Это правда? Но мне нужен именно ты. Зачем? Зачем ты меня выкупил? Давай выпьем. Давай. Хороший коньяк. Нет. Очень хороший коньяк. Шоколадка. Очень хорошая. Извините. Что это? Да баба какая-то. От нее прохладой повеяло. И чистотой. Чистота и прохлада. Это редко бывает. Может, я ошибаюсь. Mm-hmm.
Не совсем удачно распределились. Чистота и прохлада. Уходите, пока не поздно. У вас чемодан где? В общаге? Да. Вот берите его и бегите. Я по распределению. Катись к чертям собачьим. Зачем ты вообще взяла распределение в этот город? Море. Чего? Потому что в этом городе есть море. А чего ты щуришься? Плохо видишь? Обязательно покажусь окулисту. Зачем ты меня выкупил? Деньги, работа, коньяк. Что за благотворительность? И оденься получше. Ты ведь у нас главбух. Персона заметная. Я хотел бы знать. Так вот, я хотел бы знать, что от меня потребуется впоследствии. Я не люблю играть в темные, учти. А кстати, посмотри, там на улице для тебя подарок.
кабину. Прости, я... Саша! Я вас не узнала. Я так и понял. Зайди к директору.
Саша. Саша. Поднимайтесь сюда. Сюда. Я думала, вы у себя. Я не люблю сидеть в кабинете. Как вы устроились? Хорошо. Комната светлая. Сторона южная. Южная. А у меня здесь вот северная сторона. Южная гораздо лучше, чем северная. Гораздо лучше. Не правда ли? Это моя дочь. Мы часто звоним друг другу и молчим. А как вы узнаете, что это она? Кроме нее этого номера не знает никто. У нее свой телефон, по которому звоню только я. Опять сидишь? Плохо видишь? Пока не жалуюсь. А я вот очки купил. Щедрина у себя? Не знаю. Не знаешь? Я не ослышался, ты сказал, не знаю. Ну, а как у тебя со слухом? Все в норме. А то можно вместе с очками заказать слуховой аппарат. Заткнись! Номер комнаты знаешь? Знаю. И то хорошо. Какой номер комнаты-то? Уходи. Знаешь, у меня не только со зрением лажа. У меня и нервы, ни к черту. Разгулялись. Как шлюхи. Срываюсь, покажу пустяку. Сучился ты, барончик. Купил он тебя. Ha ha ha.
А тебя не купил? Меня? Тебя. Меня он выкупил. Чувствуешь разницу? Чувствую. Выкупил. Это ты его на меня навел? Нет, он нашел тебя через ментовку. Он что-нибудь спрашивал про меня? Да, спрашивал. Правда ли ты дикий? Ну и что ты ему сказал? Правда. Ой, что это? Пика. Ты же не мокрушник. Нет. А зачем ты меня царапаешь? Уходи. Брось понты, барончик. Оставь железяку. И еще раз говорю, уходи. Наклонил бы я тебя прямо здесь. Да больно ты стар. И смердишь, как помойка. Глупо. Как глупо получилось. Я к вам шел. Вообще-то. Я к тебе шел. Он мертв? Мертв. Мертв! Он мертв! Это не он мертв! Это мне! Значит, вы ничего не знаете? Не знаю. Это точно? Да. Вы говорите, что он был уже мертв, когда вы вошли? Да. И больше вы ничего не видели? Ничего. Вы это точно помните? Я испугалась и убежала. Хорошо. Вот вам бумага. Напишите все, что вы видели.
Оставьте число и подпись. Идите сюда. Вон туда. Смелее, смелее. Я. Саша. Нет, нет. Пишите полностью. Имя, отчество, фамилию. Ну зачем же ты его убил? Зачем? Объясни. Это тебя нужно было убить. Ну, убей. Убей. Шуметь не хочется. Оставь, потом пригодится. Господи. Прости меня. Я знаю, что это грех. И что я заслуживаю наказания. Я готова принять его. Господи. Я знаю, что это он убил. А выдать его не могу. Господи. Прости, вразуми. Господи, Пресвятая Богородица, прости.
Здравствуйте. Это моя дочь, Катя. А вас зовут Саша, если не ошибаюсь. Она глухонемая. Глухонемая. Сколько ей лет? 11. Она вас понимает по губам. Я говорил ей о вас. Она приглашает вас к нам. Здравствуй. Я прошу вас, поедемте. Садись. Она будет очень рада. Можно? Спасибо. Немного красного вина. Хочу куда-нибудь отсюда уехать. Почему-то никуда не уезжаю. Мечтал написать картину. Накупил холстов. Почему-то ничего не написал.
Не очень хорошо у вас. Не очень спокойно. Когда говорите, не поворачивайтесь с ней спиной. Она не понимает. Прости, я не знала. Что она сказала? Она просто попрощалась с вами. Я обманул вас. В чем? Там, в дверях, она спросила меня. Спросила, сказала мне, что я влюбился в вас. Что она еще выдумала? Нет, она права. Люблю вас. Прошу стать моей женой. Простите. Знаю.
подъезжай. Ну ладно, давай, давай. Царство ему небесное. Thank you.
Привет. Расскажешь, что ты вчера делал возле бензоколонки? Ну, ладно. Вы за меня заступитесь? Конечно. Спасибо. Правда? Правда. А вам нравятся больше блондинки или брюнетки? Ну, наверное, брюнетки. А, да. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Можно войти? Да, проходите сюда. У нас там ремонт. Я была на работе у врача, и она направила меня к вам. Если меня будут обижать, ты за меня заступишься? Конечно. Мне нехорошо, я сяду. Пожалуйста. Я лягу. Вас мучает страх? Не знаю. Ну, хорошо.
Но что-то же вас мучает, я вижу. Я грешна. Я боюсь наказания. Божьей кары. Вы верующие? Да. Тогда зачем мы сюда пришли? Знаете, я шла по улице. И вдруг у меня в голове пошел снег. Зачем? Завещание. Почему? Так ты же умерла! Я умерла. Я! Умерла. Я позвоню тебе. Ничего им не сделаешь. У всех справки. Только у меня могут быть неприятности. Прости. Возвращаясь к нашему разговору, был бы Бог, он бы не допустил такого. Почему? А может, я это заслужила? Значит, ты уже наказана? Тебе больше нечего опасаться. Все позади. Значит, грех, если он был, значит, ты его уже искупил.
Бог. Это не Бог. Наказание – это чувство вины. Страх – это неверие в Бога. Потому что Бог – это любовь. Это надежда. Это прощение. А мы к этому не готовы. К наказанию – да. К прощению – нет. Да. Я согласна. Не смотрите на меня. И сегодня некрасивая.
Да. Да. Саша, я хотел сказать вам, тебе и Кате. Не знаю, сколько осталось мне жить. Возможно, совсем немного. Но я спокоен. Потому что с тобой Катюша. Остается Саша. Чистый, надежный человек. Все, все. Я кончил.
Вот и все. Привет. Привет. Ну вот и все. Деньги. Молодая жена. Казалось бы, жить да жить. А ты уже не жилец. Ты труп с дыркой в башке. Ты в этом уверен? Да. А как насчет денег? Ну, может, не деньги, может, что-то другое интересует тебя? Интересует. Я хотел бы знать. Зачем я был тебе нужен? Зачем ты меня выкупил из тюряги? И тогда ты отпустишь меня? Нет. Тебе уже ничто не поможет. Хотел показать меня психиатру. А себя ты ему показал? Зачем? Я ведь не псих. Я дьявол.
ты помилуй нас. Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим, святых и великов литей, источник жизни, и дверь райскую добрящий Господь покаянием, погибше в час есть. Возови мя, спаси, спаси мя. Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. Хочешь взять папу домой? И там мы его похороним. Это невозможно. Катя, это невозможно. Thank you.
Я же тебе сразу сказал, уезжай. А ты не послушалась. А ты что-нибудь знала? Знала? Конечно. Тебя для этого выкупили. Иди. Иди сюда. Иди ко мне. Я не спала.
Я умру. И ты умрешь. Когда-нибудь. Завтра. Давай завтра. Bum, 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 bum